Нет, ты это слишком медленно едешь, инерцию дай. Инерцию! Топи! Вторую скорость. Пониженную вторую. Только дальше разгон возьми. Да, он не может заехать, ты представь. Конечно, вы еще вот оттуда разгоняете середину. А дело не в разгоне. Да, не надо брать правее, надо ехать через дырку, просто чуть на разгоне, чтобы колесо перескочило дырку, и она пойдет вверх. У него это не так. Уже он 50 раз езжает.